Сельхозярмарки прошли сразу в нескольких городах и районах Дагестана. Аграрии Южного Дагестана привезли свою продукцию в Дербент. Жители горных районов посетили ярмарку в Ботлихе. Спросом пользовалась продукция, производимая фермерами сел Гагатли, Риквани, СПК Хилитуринский и другими хозяйствами района. Некоторые животноводы приехали прямо с отгонных пастбищ, чтобы привезти доступную по цене продукцию. Во многих павильонах организована продажа баранины и говядины. В наличии были также мясо птицы, сушеное мясо и колбасы, картофель, морковь, свекла и другие овощи, сухофрукты, мед, молочная продукция. Если сегодня на рынке за 400 рублей килограмм говядины, сегодня мы продаем ее по 300 рублей. Мы привозили еще помимо говядины, привозили сыр, по 250 рублей продавали. И мы думаем и в дальнейшем, конечно, этим вопросом проработать, чтобы не допустить повышения цен. На ярмарке в Буйнакске была представлена продукция местных сельхозтоваропроизводителей, а также аграриев из Кизлярского и Гумбетовского районов. Фермеры привезли молочную продукцию – это масло, сметану, сыр. Особое внимание к яичной продукции из Нижнего Казанища. И ажиотажа как такового нет, потому как в какой-то мере нам удалось усилиями республиканской власти, усилиями Минсельхоза, усилиями муниципалитетов сбить вот этот ажиотаж и в какой-то мере дать людям понимание того, что у нас продукты есть, продуктами республика обеспечена и цены сегодня стабильные.